Всем привет, зрители моего канала Садчиканин, Сензрынский район. Сейчас несколько секунд показываю. Ролик короткий будет. Показываю подготовку клубники. Подготавливаем вот ряды. Вырвали старую клубнику. Сейчас будем вносить удобрения сначала. Там посмотрим для клубники какое. Вот. И каждую лунку понемножку, и будем сажать клубнику другую. Свои усы свои, от своей клубники будем брать. Будь мальба, клэри, там посмотрим, что там у нас альба, клэри, какие даст усы, какие хорошие выберем. Вот, и будем здесь сажать. Здесь где-то около 600 штук, по моему умещается, вот в трех рядах. Ну, в общем, короче, вот тропинки я хочу стелить материалом. Дочки у меня, по-моему, вот сделали так же. Все как вот подчистили. Все выкинули, освободили, короче, для посадки. Сейчас эту сторону еще уберем. Вот траву здесь с этой стороны. Вот, короче. И все, и начнем эту посадку. Потом застелим материал. Ну все, короче, вот что хотел показать, рассказать. Какие-то вопросы, пишите комментарии. Нам классик, лайк не забывайте оставить. Поставить. Также подписаться на наш канал Сад Чекалина, Сызранский район. Ну и всем пока, удачи! Всем.